Всем большой привет, вы на канале Вечное Лето. Всем привет. Мы продолжаем отдыхать в Дубае, и сегодняшний день начнется у нас шикарно. Александр пригласил меня на завтрак, и не абы куда, а вон в тот небоскреб. Называется он Адрес, и мы пойдем в ресторан на его крыше. Он называется 77. Место шикарное, пафосное, стоит 700 дирхам завтрак за двоих. Это 15 тысяч рублей на минуточку. Я, честно, не хотела идти. Я говорила, за завтрак такие деньги. Я найду им лучшее применение. Но Саша сказал, я очень хочу пойти. Пойдем, я тебя приглашаю. Думаю, ну, грех отказываться, да, если приглашают, надо идти. Когда еще будет такое, такая возможность туда попасть? В общем, идем туда. Тем более, это место находится около нашего отеля. Мы буквально за 5 минут сейчас туда дойдем. Дешевые кафешки тоже возле нашего отеля. Но это такое топовое место с классным видом, где хочется побывать. Бронировать нужно заранее. Позвоните, они пришлют вам ссылку на e-mail, вы оплачиваете. И только после этого вас пустят туда на крышу. Это очень странно. Обычно в любой ресторан можно прийти, на месте оплатить. Или поесть, потом оплатить. А здесь ты сперва за несколько дней должен оплатить, прийти с бронью, и только тогда тебя пустят. Придешь без брони, даже наверх не пустят. Этот небоскреб находится в очень красивом месте. Из крыши открывается просто невероятный вид. Много там фотографий делают, такие инстаграмные, классные. Но я, честно, не надеюсь на классные фотографии, потому что сейчас время такое, солнце не очень удачно падает. Я надеюсь на вкусную еду. Вообще, это отель Адрес Beach Resort, и в нем можно жить. Но в Дубае не обязательно жить в небоскребе, чтобы туда попасть. Почти в любой небоскреб можно попасть на завтрак, обед или ужин, или на кофе. В некоторые небоскребы даже водят экскурсии, так что вот такие дела. Любой каприз за ваши деньги. Ой, вот как туда подняться. 1500 поворотов, разворотов. Ну, сейчас попробуем. Нам объяснили, но я запомнила только половину пути. Ну, нам сейчас нужно пройти по коридору, повернуть направо и доехать до 75 этажа. Да, вот лифты. Красивый здесь холл. Такс. Так, 75-й. Мы вышли из того лифта, здесь что-то типа спа. И проходим сейчас на другой лифт. Два этажа могли бы добить до 77-го. Все, нас без проблем пустили, мы показали нашу бронь. И пока мы ждем стол, вау, открывается просто космический вид. Боги Каболы, мы реально как будто на планете богов Каболы, как будто у них такие там острова. Конечно, отсюда открывается потрясающий вид на пальмы. Вот смотрю, как будто мы парим над ней. Мы выше колеса даже. Насколько оно высокое, самое высокое в мире. И мы выше находимся. Смотрите, какой здесь красивый инфинити-бассейн. Можно здесь вот посидеть вечером, кстати, вот классно, с видом на весь город. С правой стороны открывается вид на небоскребы. Вон там, смотрите, как классно. Так, можно выбрать столик на солнце, либо в тени. Ну, наверное, сядем в тенечке, да? Да. О, у нас супер стол. Единственное, конечно, музыка громко играет. Воу-воу-воу. В общем, сегодня немного ветрено, конечно, но когда садишься, ветер не чувствуешь. Вот хорошо то, что ты сидишь, ветра нет из-за того, что здесь вот есть бортики. А когда встаешь, такой ветерочек прям хороший. Подают норвежскую воду в стекле. Есть газированная, есть негазированная. Мы взяли газированную. Гулять так гулять. Наверняка многим будет интересно, какое здесь Wi-Fi прямо на небоскребе. Доходит до 50 мегабит. Скорость просто шикарная. Чтобы выбрать еду, нужно отсканировать QR-код и уже в телефоне выбирать то, что вы будете есть. Картинок, естественно, нет. Так что учим английский. В общем, мы сделали заказ. И давайте я прогуляюсь, покажу вам, что здесь есть. Сейчас у нас где-то 11:30, народа нет. Я думаю, здесь все подтягиваются к вечеру. Но мы на вечер уже запланировали прогулку, шопинг, поэтому решили пойти утром. Вид, конечно, шикарно открывается, что тут говорить. Так, давайте подойдем, посмотрим.
Есть, конечно, высокие бортики. Сложно мне заглянуть, подняться, посмотреть. Но это, видимо, целью безопасности сделано. Есть у меня шампанское, вино. В общем, любой алкоголь можно заказать без проблем. Сделать еще коктейльчики. И сейчас, кстати, мы здесь позавтракаем и поедем на следующую смотровую. Она находится на Пальме. Вон тот небоскреб по центру. Там тоже открывается красивый вид. Ну и, собственно, покажем вам. Принесли еду. К сожалению, мы хотели завтрак, но в меню не было завтраков, поэтому мы выбрали такую еду обеденную. И время уже 12, поэтому, в принципе, завтрак мы уже проспали, переходим к обеду. Мы взяли роллы. Смотрите, какая красота у нас тут на столе. Уже сделали фотку в Инстаграм. Все дорого, богато, все красиво. Так что заходите, смотрите. Ну, один раз на отдыхе можно шикануть, да? Можно себе позволить? Я или думаю, нет? Да. Я не знаю, как. Я еще если думаю. Деньги есть, то можно. Да. И мы взяли, значит, лосось. Мы любим лосось. В любой непонятной ситуации берем лосось. Так как меню было без картинок и с непонятными названиями, как какие-то зеленые бобы и все такое, я, знаете, не знаю. Я ориентировалась по лосось. Поэтому у нас много лосося. Вообще должен был ролл быть. Принесли. Нет, это не должен быть он ролл с лососем, ага. Это рис с лососем терияки, ага. Потом лосось еще салатный и курица терияки, этот я знаю, салатом, ну и салат какой-то их фирменный местный и грибы. Вау, ты да. Не знала, что взять. Взяла еще грибы. Класс. Будем есть соленую под водочку. Кстати, у них тут водка белуга. Это же наша водка, да? Вот она стоит в шикарном горшке со льдом. Так что наша водочка пользуется здесь популярностью. Давайте попробуем, какая здесь еда. Пока фоткали, немного же остыло. Но все равно вкусно. В принципе. Обычная курица, ничего сверхъестественного. Или сверхъестественное, знаешь, бывает прям тает во рту, что-то такое особенное. Я думаю, надо... Ну так? Макни в соус. Размазали тебе по тарелке. Если просто курица, то ну, обычно хорошо приготовленная. А соусом сейчас попробуем. Да, вот соус придает пикантности. Давайте заценим роллы. О, смотри, сколько васаби. Такая горка. А, вот я сразу сперва попробую, острый он или нет? Нормально, не сильно острый. Но и не слабенький. Такой. Я буду есть, как мы едим. Хоть мне говорят, ты неправильно ешь, но я так люблю, получаю удовольствие. Мне кажется, это самое главное. В них авокадо, лосось, рис, икра. Ничего лишнего. Тоненькая прослойка риса, идеальные пропорции, красивая подача, 5 из 5. Мы когда заказывали еду, официант сказал, салат будет маленький. Саша говорит, про маленькая чашка? Он говорит, да, маленькая, маленькая тарелочка. Ну, знаете, у нас с вами разные понятия о маленьком. Мы его едим, и все никак не съедим. Кстати, вкусные, свежие, хорошие овощи, салатик свежий, нигде ничего не заветрилось, не сгнило. Я проверяю качество салата по овощам, вот они должны быть такие прям вот. Ну, мне кажется, их прям сегодня сорвали. Наверное. И давайте попробуем грибочки. Это микс каких-то грибов местных. Так народ уже подтягивается тоже, коктейльчики пьют. Ой, как наши лисички. Mm-hmm. С
соусом терияки. Надо наши грузди, лисички готовить терияки. Будет вкусно, вкусно. Летит самолет. Обычно люди говорят, смотри, самолет. А мы такие, смотри, самолет. Вон он там где-то барахтается внизу. О, мы так наелись. Просто я сижу, я уже никуда не хочу идти. Я вообще забыла, что у меня сегодня запланировано. Это даже странно, потому что запланировано кое-что, что я прям очень хотела. Но мне сейчас тут так хорошо, так залипательно. Я сижу, смотрю на вид, разглядываю и думаю. Вот знаете, о чем я думаю? Вот люди, которые живут на Пальме, вот в ободке, со стороны ближе к нам, вот два отеля, вот они выходят из отеля, куда им идти? По морю плыть? Не ходит, по-моему, никакой паром на берег. То есть они в самом краю живут. Им надо вот так по кругу идти, выходить на ствол или, ну, на такси, естественно, потому что пешком, я не знаю, не дойдешь. Вот о чем я думаю. Думаю, бедные люди, как мне вас жалко. Живете в самом дорогом отеле. Ну, куда деваться, ну уж потерпите. А как туда экскурсионный автобус доберется? Да никак, просто тебе брошюрку пришлют по ветру, почитаешь описание и все. Ну, правда, напишите, кто знает. Мне кажется, может, туда можно вызвать катер, тебя заберут и сюда привезут. Скорее всего, потому что по-другому я не знаю. Кстати, музыка здесь классная, такие миксы. Народ подтянулся, и в бассейне, я вижу, там все тусят и коктейльчики заказывают, но с этой стороны еще никого нет. Спустились с небес на землю, пока спускались в лифте, я думала, у меня лопнет нос. В нем постоянно что-то хрустело, и в ушах хрустело, закладывала уши. Мне всегда закладывает. Нет, здесь просто такой скоростной лифт. Ну, на земле в мире смертных тоже хорошо. Ну, как вообще, рекомендуешь сюда идти? Да. Особенно, если у вас какое-то событие. Если первый день отдыха, последний день, рекомендую на день рождения. Мне кажется, они еще поздравляют как-то по-особенному. Да, да, поздравляют. Они спрашивали, праздник какой-то? Да, я так хотела, чтобы был какой-то праздник, а нет. Никакого праздника. День рождения не скоро, годовщина была. Добрались на такси, стоимость 28 дирхам. Ну, нормально, мне кажется. Здесь, кстати, тоже большой торговый центр. Но мы здесь шопиться не будем. Сначала поднимемся на смотровую, а потом поедем в Дубай Молл. Здесь еще есть Aura Sky Pool. Мы посмотрели, но, к сожалению, все забронировано. Мест нет, к сожалению. А так мы тоже хотели сходить. Маска вот надо, я в маске, все окей. Да. Смотрите, какие сиденья возле бассейна. Они крутятся. А где бассейн? Ладно, фонтана. Так, ну такая тема у нас тоже есть в городе. Но вот фонтаны, которые в землю вода уходит. Что, садишься? Давай, прыгай. Удобно? Ой, я сейчас кувыркнусь. Ну вообще прикольно. Надо привыкнуть. Нет, я пока не готова жить. О, да, вон туда. Кстати, прикольная тема. Нужно, правда, правильно ногами фиксировать корпус, и тогда не улетишь. И прямо так это весело можно кружиться. А Света боится. Ну я прям разошел, смотрите. Блин, прикольнее, чем качели. Все, я тут на целый день зависну. И вот Света. Ногами зафиксируй, не поднимай ноги. Ноги прижми. Вроде такая фигня, всем так нравится. Все просто на них. Серьезные мужчины шли такие, залезли на эти конусы. Мы поднимаемся на смотровую. У нас же проверили билеты. Мы купили их онлайн. Так удобнее, так дешевле. У нас билеты VIP без очередей.
И мы проходим через туннель, и здесь экран, такой изогнутый экран в форме туннеля. Первый раз такое вижу. Все рыбы, которых вы видите, все обитают в этих краях. Да, ребята, это что-то удивительное. Бронировать лучше билет онлайн, где мы бронировали, ссылочку оставим в описании. Там самые выгодные цены. А здесь фотографии раритетные, как велось строительство Дубая, как строили пальму, как насыпали, как выглядел город еще несколько лет назад. Это здорово. Смотри. В общем, здесь интерактивный пол. И здесь показано, как насыпалась пальма. Обалдеть. Вот она как сначала, да? Сейчас мы увидим, как строили пальму. Сюда вставай. А, я почему-то думал наоборот, ее сначала строили от материка, а потом здесь, а нет. Ну, вообще. Thank you. Okay. И сейчас мы еще будем смотреть фильм на большом экране. His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. This is the Palm Jumeirah. The iconic island was born from a vision to create an unforgettable masterpiece that would showcase the spirit of human possibility and transform the emirate. Ребята, это не просто подъем, это целая экскурсия. У нас личный гид, который рассказывает все на английском языке, как строилась пальма, все самые интересные моменты. Здесь такое ощущение, как будто ты попал в будущее. Из темной комнаты заходишь в полностью светлую. Необычно. Ребята, здесь лифт тоже удивляет. Полностью интерактивные стены. Показывает, где мы сейчас поднимаемся. Угу. У них вот везде что-то уникальное. Удивительно, что с 2001 по 2005 все это насыпали. Использовали камни из горных пород, прям откалывали куски. Они около 6 тонн весят. И привозили сюда и укладывали на дно. А как укладывать, подсказывал спутник. Он давал координаты, и именно в эту точку клали каждый камень. Поднимаемся пешком на последний этаж. Нам прочитали технику безопасности. Здесь вроде бы ничего страшного нет. Ага, вот. Это лестница, которая ведет на максимальную высоту. Я пока не смотрю. Ага. Я хочу подняться, потом посмотреть. Давай. Нам сказали, что наверху можно находиться 30 минут, а потом мы как VIP спуститься уже в VIP-лаунж. Там у нас будет напитки, какой-то комплимент. Вот, говорит, если боитесь подниматься по открытой лестнице, ну, типа, тогда можете разуться или не подниматься. Я не смотрю, во-первых, мне так не страшно, а во-вторых, будет эффект вау от вида. Все, я иду. Давай, подходи. Я иду. Пойдем, пойдем. Хорошо. Так, ну, давай вот сюда. Ладно. Скажешь, когда? Давай. Все, я стою? Вот сюда. Туда? Давай, давай. Раз, два, три. Та-данс. Боже. Где мы? Что сюда, происходит? Давай. Вот отсюда классный вид открывается. Так я думала, я как раз пальму вижу, а ты меня туда повернул. Я думаю, это вообще вы куда вышли? Вот она. Вау! Какая красота! Вот как надо на пальму смотреть. Когда ты там на пляже, толком непонятно, где ты.
сколько домиков, сколько вилл. Невероятно, просто невероятно, как такое могло получиться. И причем здесь несколько, да, пальм? Да. И вон там, да, планету насыпают? Да. А далеко от берега она. Невероятно, просто невероятно. Как говорят, что человек может представить, то он может уже и создать. Просто не верится то, что этого не было. Здесь было море, и сейчас здесь столько вилл, столько отелей. Жизнь живет как на материке. Обалдеть! Вот где открывается классный вид. Потом мы спустимся на этаж пониже. Хорошо, что мы выбрали сверху начать. Да. Здесь максимальный эффект вау, потому что если вы подниметесь на 52, потом на 54, уже разницы особо нет. Но здесь открытая площадка. Там, я смотрю, стекла защищают. А здесь и лестница такая. Ну, ой, да. просто красота. Ребята, сюда нужно подняться. Как будто на вершине мира. И знаете, когда мы смотрели фильм о том, как насыпали пальму, спасибо, мы расплакались, Саша. И я, и Саша. Саша, до чего стальной человек, он просто очень любит, как вы знаете, как смотреть, как строят всякие небоскребы, интересные здания, всякие проекты. Мне кажется, если бы ни канал и ни интернет, ты бы занимался строительством, потому что ты в прошлой жизни был архитектором. И там так здорово показали, как они пришли к этой идее, как они вот насыпали, как они с помощью спутника точки выставляли, как насыпать, и как они развязали эту ленточку. И вот сейчас вам расскажем удивительную историю. Вот мороз по коже, и я потом смотрю, Саша сидит. У меня в глаз что-то попал. Ничего там тебе не могло попасть. Пыли не было в зале. И я тоже сижу, но я уже прям не сдерживалась, потому что это действительно впечатляет. Такая красота. Ой, 1 200 000 тонн песка, если я не ошибаюсь, насыпано, чтобы получилась замечательная пальма. Она похожа на солнце. Невероятно, невероятно. Вот скажи кому-нибудь, да, из людям из прошлого, что можно себе насыпать еще землю, не поверят. Ну, да. Мне даже в голове не укладывается, как на такой глубине можно все это насыпать, укрепить, да так, чтобы здесь поместился не только дом, а небоскреб. Вот мы сейчас стоим на острове насыпанном, еще и на небоскребе, еще и на вершине. Просто взрыв мозга. Ребят, мы сейчас были вон там, вот видите, колесо обозрения, чуть левее, такое здание с дыркой по центру. Вот мы были именно там, на крыше. Буквально несколько дней назад открыли эту смотровую площадку открытую, и мы одни из первых, кто здесь побывал. Ощущения невероятные. Я люблю, когда смотровая максимально открытая, чтобы не через стекло смотреть, а вот как есть. И поднимаешься уже даже не на лифте, а пару этажей идешь своими ногами. Это просто вообще неописуемо. Огромные небоскребы, огромные дома, отели уже не кажутся большими. И действительно, да, здесь можно сказать, что все познается в сравнении. Так, ребят, сейчас давай сканируй, доставай телефон. У них все меню через телефон сканируйте, что там, что здесь. Новые технологии, ребята, никто уже бумажное меню не использует. Но может это к лучшему, сколько бумаги экономится. Здесь, естественно, есть бесплатный Wi-Fi. И вот, собственно, меню, можно сказать, коктейли, воду, кофе, пиво, белое вино, красное вино и шампанское. У нас здесь закусочки и шампанское. Вот это день. Ну что, Светик, за хороший отдых? За хороший отдых. Для тебя. Мы выбрали шампанское. Если верить меню, то наливает мое. Вот чем мне нравится еще Дубай, это то, что здесь VIP, это VIP. Бывает, в другой стране купишь билеты VIP, а тебе дадут только фанту. Ну или какую-нибудь ерунду. Проход без очереди в автобус, грубо говоря. Думаешь, зачем переплатил, все то же самое. А здесь нет. Здесь VIP это прям отличается. Тебя и накормят, и напоят. Приятно, приятно.
очень хорошо, даже не хочется на жару выходить, хочется здесь остаться, повторить. Саша говорит, только музыки не хватает. Я говорю, да, надо было сюда еще сердючку включить. О, не буду горевать, буду танцевать. Это все шампанское со мной творит. Так, ну все, хватит сидеть, пора и честь знать. Пошли туда, к людям обычным. Почтим их своим присутствием. А вот когда выпьешь, все по-другому. И солнце светит ярче, и ветер не такой сильный. Ладно, что на этой смотровой площадке? Тоже красиво, но за счет того, что закрыты стекла, ну вот перегородки вот эти металлические присутствуют, нет полноценного изображение, так сказать, оно разбито на кусочки. Тоже классно, конечно, но там прям вообще вау. Ну да, ребят, согласен. Зря они сделали вот эти металлические перегородки, потому что они немного картинку блокируют, если у них музыка играет. Они немного разрубают обзор, но зато можно вот так вот подойти и вниз посмотреть. Ну, надо и туда, и туда. Здесь по-своему прикольно. Стекла чистые, и прям классно все видно. Так, Света нашла бинокль. Как можно посмотреть в бинокль и увидеть свой глаз? Я вижу свой глаз. Здесь есть вот такой аппарат. Аппарат классный. Это, получается, вы можете сделать сувенир, монетку с изображением пальмы. Всего за 10 дирхам. Это где-то 200 рублей. Классный, вот как сувенир классный, его нигде не купишь в другом месте, его не подделают, ты должен действительно подняться сюда, сам его отштамповать и привезти родным. Мне кажется, такие памятные монетки классные, особенно если человек их коллекционирует из разных стран, можно собрать хорошую коллекцию. И много места не занимают, и память. Давайте вот сюда подойдем, еще посмотрим на вид. Здесь, получается, площадка тоже под открытым небом. Классно, можно подышать. Ветер не такой сильный, как там. Там прям у меня вообще не получилось ни одного кадра сделать, потому что я только встаю, у меня волосы на лицо, вот так все перепутано. Но зато здесь нет такого полноценного изображения. Кусочками, кусочками все можешь рассмотреть. Тоже здорово, вообще потрясающе. Но первый раз я рекомендую идти туда, потом спускаться сюда, вот как мы сделали. Молодцы, вообще гениальные люди, очень умные. Так, ребята, вот с этой стороны открывается вообще классный вид. И вот если подойти к краю, прям страшно. Вау, вот это да. Особенно в очках моих очень хорошо все видно. Все такое яркое, чистенькое. Прям вот, не знаю, сейчас я очки понесу. Вы посмотрите, как через мои очки все видно. Они поляризационные, и изображение немного другое. И здесь еще есть кафе, и я обратил внимание, на какие красивые стулья. Смотрите, какие они классные. Я вот думаю, нам тоже такие подошли бы в дизайне. Здесь вот люди сидят, кофеечек попивают. Ну, посмотрите, какие классные стулья. Прям балдежные. И кофейный столик тоже красивый. Как прикольно. Подходишь к краю, здесь прям обрыв сразу идет. Поначалу, когда первый раз подходишь, прям страшно. Потом уже привыкаешь. Ну и с этого ракурса у нас открывается вид на парус. И другую часть пальмы. А вообще, хотите, я расскажу, как появился парус? Давай. Шейх захотел, чтобы в Дубае построили что-то выразительное, что-то эксклюзивное, неординарное, яркое. И он говорит своим архитекторам, постройте что-то, чтобы меня удивить. И они разработали концепцию паруса. Он сказал, чтобы меня удивить, но чтобы это здание перекликалось с нашей историей. И взяли парус, который раньше присутствовал на традиционных лодках, на которых здесь переправлялись торговцы. И вот как символ вот этих вот лодок парус. И потом мы решили, что парус не может стоять на суше, он должен быть на воде. И для него насыпали свой маленький остров. И до сих пор этот отель удивляет всех жителей Земли. Мы спустились вниз, здесь у нас сувенирный магазин, как обычно, можно купить маечки, еще делают фотографии, потом вас на фоне пальмы делают такой коллаж, и вы получаетесь на фоне пальмы, но все это выглядит немного как-то наигранно,
поэтому мы не любим такие фотки брать, да и ставить их потом некуда. Здесь можно просто погулять, уже получаешь эстетическое удовольствие. Вот они просто запарились и сделали здесь какие-то инсталляции. Для чего? Непонятно. Просто красиво. В общем, ребят, если планируете сюда прийти, то рекомендую бронировать билеты онлайн и заранее. У вас будет возможность прийти в любое время, это удобно. Плюс, когда бронируете онлайн, не нужно стоять в очереди, и это получается дешевле. Где мы бронировали, ссылочка оставим в описании. Заходите на сайт Туристина, и там сможете забронировать все билеты на экскурсии в Дубае. Мы сейчас находимся в торговом центре, который на Пальме. И здесь посмотрите, какой красивый магазин. Здесь можно найти все для того, чтобы удивить свою женщину. Смотрите, какие здоровые букеты. Попадаешь как будто в джунгли. Водопады здесь, кустарники всякие, розочки. Чего только нет. Вкусно так пахнет здесь. Да, выбор огромный цветов. Все свеженькое, красивое. Вот это я понимаю магазин цветов. Я таких даже и близко не видел. Ну то все, приехали в Дубай Молл. Такси обошлось 57 дирхам. Мы приехали на место и открыли для себя новый павильон. Здесь Emirates. Самолет. Просто торчит самолет. И вы можете под ним выпить кофе, перекусить. Чего тут только нет. Мне кажется, недель не хватит, чтобы все обойти. Хотела я купить чехол для айфона прозрачный, с возможностью прикрепить зарядное устройство. Думаю, ну зайдем, купим, туда же не нужна резервация. Купить можно, пожалуйста, но в очередь. Вон вход, и вот этот зигзаг – это очередь. Мы подумали, не, нафиг надо. Пойдем по другим делам, ближе к вечеру зайдем, может быть, рассосется очередь. Ну чехол, ну просто, вы можете мне его вынести, я могу даже не заходить. Стоять 2 часа. Мы зашли в магазин Golden Goose, хотим посмотреть обувь. Здесь прикольные кроссовки, но почему-то нет цен. Ну, выбор, кстати, достаточно хороший. Шанель очередь. Сейчас были в Louis Vuitton. Нам дали воду. Там раздают воду, кока-колу. А мы как раз так пить хотели. А я зашла посмотреть цены. Я знала, что дороже. Было интересно, насколько. Вот ремень тонкий, с логотипом, 46 тысяч рублей, выходит 2230 дирхам. Я помню, что в Европе он стоил где-то 36 тысяч, могу ошибаться, но точно не 40. Вот 30 с чем-то он стоил. Смотрите, как здесь дороже. Хотя, может, он уже подорожал, когда это было. Надо было бы брать раньше. Саша говорит, надо было брать раньше. Да он мне не нужен, зачем я буду его брать? Это, знаете, как цезарь-салат. Ты знаешь его цену, и в каждой стране смотришь и понимаешь, дорого, недорого. Вот так же я по этому ремню ориентируюсь. Честно, мы сюда пришли не просто так. Я очень давно хочу себе обручальное кольцо из белого золота. Когда Саши поженились, у нас были обычные такие кольца из розового золота, вот первые попавшиеся, которые продавались. Нам вообще было все равно. Да и сейчас я не знаю, почему я такое значение придаю. Просто мне почему-то в какой-то момент захотелось носить обручальное кольцо. Я просто то даже не ношу. Оно не сочетается с часами, и оно такое, ну, никакое. Поэтому я его не хочу носить, несмотря на то, что это золото. Нет, и я бы хотела себе какое-то кольцо. И вот мы ходим, смотрим. Были уже и в Тиффани, и в Cartier, и в Top Art, и в Bulgari. Там шикарный экземпляр лежит вообще. Я составила альбом, я же на сайте смотрела. Цены, как в Европе, кстати, на ювелирку. И плюс некоторые магазины еще дают ват. Вот, и из моего альбома ничего не понравилось. Представляете, у меня альбом. Ну, там фотографии. Долго открывает, там фотографии, там 51 фотография. И из этого альбома, сейчас вот, чтобы подтверждение. Вот. Светик, наверное, целый год выбирал себе кольца. Да, кольца. Я сравнивала, смотрела обзоры, все. И все здорово. Вот у меня этот альбом мечты, он называется. Здесь кольца и с бриллиантами, и вот такие. Мне, кстати, вот это понравилось, серия Олив, но оно мне не подошло, оно не совсем обручальное. Вот. Гвоздь, кстати, неплохо смотрелся. Гвоздь неплохо смотрелся, но потерялся как-то. Это от Cartier. Да. И пока что лидирует
кольцо от Булгари. Невероятно красивое, большое, но в то же время не громоздкое. Сидит фантастически. И я тем временем хочу немножечко переварить всю информацию, что я сегодня видела, потому что покупать такой первопопавшийся я тоже не хочу. Я хочу все взвесить, на будущее посмотреть, как это будет выглядеть. А пока я стою, думаю, вы посмотрите, какие здесь классные магазины. Тут, кстати, есть магазин Rolex, но в наличии нет ничего. Вы ничего не можете померить. Ну, есть там один, весь в брюликах, там, за космические цены, а таких нормальных там, ну как нормальных, обычных там за 10-15 тысяч евро нет. Есть выставочные экземпляры, но они просто как выставочные экземпляры, их даже мерить нельзя. Здесь вы можете сделать заказ, бронь, как конструктор, сказать, какой браслет, какой циферблат, ну и всякие другие нюансы. Вам их соберут и скажут, через 7 месяцев, через 9 месяцев в этот магазин приедет ваш Rolex, мы вам позвоним, и вы должны будете выкупить в течение 2 недель. И если не выкупите, помашите им ручкой. Может быть, есть страны, где все в наличии, но здесь не так. И вообще здесь куча классных магазинов, обалденных. Но что касается ювелирки, она по таким же ценам, как на официальных сайтах, там вот в Европе. Что касается брендов, одежды и сумок, намного дороже, чем в Европе. Получается, сумка Saint-Laurent 160, а в Европе 120. Весомая разница, скажите. И у нас к вам большой вопрос. Быть может, вы знаете, в какой стране лучше всего покупать Rolex? Где много чего в наличии можно померить? Где самые лучшие цены? Вот если кто-то с этим вопросом сталкивался, напишите. И вот это не только выставочный Rolex. У них 2 магазина. Есть еще другой магазин, двухэтажный. Огромный просто магазин. Магазин часов, но часов нет. Я не понимаю, как так. Ну, привезите, сделайте побольше. Это они создают искусственный дефицит, да? Чтобы через год ты такой приполз за ним и сказал, о, мои роликсы. Ну, и, кстати, у них, по-моему, опять нет будильников. Ну, доходили, будильников нет. Часовой магазин. Да, реально, а будильников нет. Ни будильников, ни кукушки, ничего. Ребята, мы пришли в Cartier, и Светика все-таки выбрал себе колечко. Что за кольцо, расскажи. Кольцо белое золото из коллекции Love, что удивительно, был мой размер, и оно очень хорошо село, оно не топорщится, вот эти ребрышки, прям вот и с часами красиво смотрится, и металл, как я хотела, прям ура! Поздравляю! Спасибо! И вы не думаете, что это такая спонтанная покупка, вот она поехала такая вся в Дубай, то, еще и... Я год его хотела, я выбирала себе кольцо год, и очень давно, больше года, я хотела себе обручальное кольцо мечты, чтобы я его надевала, и было прям вау. Вот, я его нашла здесь, так что я принимаю поздравления. Вот, если кто-то хочет меня поздравить, я с радостью их прочитаю, ваши поздравления. И также можете на меня рассчитывать, когда вы что-то купите такое, что прям вау, я с радостью вас поздравлю, я первая прибегу вас поздравлять. Здесь, получается, выгодно купить, выгоднее, чем в России. Да, и есть мой размер, моего маленького размера вечно нет, никогда нет. Я вот в разные страны мы приезжали, нету моего размера. Или есть, но в желтом золоте, или есть там с россыпью бриллиантов, а вот моего вот этого нет. А здесь она такая, да, есть. Причем мы были в первом Cartier, примеряли там кольца, и я это даже не померила почему-то. Я была уверена, что его нет, и не знаю почему, я смотрела болт, а сюда пришли, здесь, оказывается, несколько магазинов Cartier. И здесь он, да, есть, и все, и все сошлось, и мы такие счастливые, пьем воду, отмечаем. Да, кстати, шампанское, говорят, в этот раз у нас почему-то нет, вот, пожалуйста, есть водичка. Ну, да ладно. Что, Светик, поздравляю тебя с покупкой. Спасибо большое. Сделаешь мне свое предложение еще раз? Да. А я знаешь, что скажу? Знаю. Да, я скажу да. Вот, спасибо. Уже, да, упаковали. Пусть оно тебя радует. Я тебя люблю. Спасибо. Это кольцо будет символом нашей любви. Я знала, что меня это удивит, и меня это удивило. Просто иду и такая, вау! Гуляешь по торговому центру, тут себе еще и океанариум. Вот это да, вот это да. Еще недавно этот океанариум был самым большим, но недавно в Абу-Даби построили еще больше. Они соревнуются просто.
И смотрите, там клетка. Туда заходят люди, но она водонепроницаемая. И вокруг тебя плавают рыбины. Обалдеть! Обалдеть! Причем эта клетка, она в стекле. То есть ты на суше находишься, а есть клетка, где ты в воде. Это уже погружаешься с аквалангом, я думаю. Ой, я бы не хотела. Представьте, там акулы, и можно каплю крови. И она просто будет биться в клетку, такая, как в фильме. А ты пересмотрел «Челюсти», их тут так откармливают, что твоя капля крови, она даже ее не почувствует. Он такой, что? Капля крови. Ты на мне дай стейк вкусный, медиум, прожарки. В чем мне твоя капля крови? Мы решили посмотреть шоу фонтанов. А сперва мы хотели его посмотреть с лодки, но потом подумали, нам написали в комментариях, что вот суши тоже классно. Мы его еще, кстати, не видели, только сверху. Когда поднимались на башню, видели сверху, но нам не хватило взрывов и шума воды. Доносились звуки, но нам хочется еще раз посмотреть. Все-таки такая красота. И люди уже собрались, и буквально через 5 минут начинается. Сейчас зашли в Гуччи, хочу померить такие кроссовки. Стоят они 5000 дирхам, это около 100 тысяч рублей. Посмотрим, как на ноге сидят. Сколько твой ремень стоит? 42. Конечно, цены чуть выше, чем в Европе. Не чуть. Два раза. И после шопинга мы решили пойти в ресторан. Называется он Трибес. И он с видом на Бурдж-Халифа. Шикарный ресторан. Вот так называется ресторанчик. Подождали буквально 10 минут, и уже освободился стол. Мне кажется, время даже 5 минут. Половина 11. Я не знаю, будет еще шоу или нет. Не знаю, не факт. Не факт, но зато красивый вид открывается на Бурдж-Халифа. Посмотрите, вечером включили подсветку, как будто росы бриллиантов. Так, а мы смотрим цены. Суп 40, это где-то 800 рублей. Спрингроллы 55, это 1100. Мы хотим взять попробовать крабовый салат с дыней за 42. Это где-то 850 рублей. Здесь есть еще салат с авокадо, курица, его цены. Умножайте на 20, будут рубли. Еще мы хотим попробовать здесь какие-то авторские бургеры. Вот они 58. Вот мы хотим взять чизбургер за 65. Посмотрим. Мне кажется, будет вкусненько. Не просто так мигают лампочки. Возможно, сейчас начнется шоу. Ура, нам повезло. Я думала, шоу только до 10. А оказывается, нет. Время 10:30. И будет шоу. Причем под европейскую музыку. Под какой-то хит. О, классно. Я знаю эту песню. О, у меня мурашки, божечки, как здесь красиво. Здесь не просто шикарно, знаете, дорого-богато. Здесь дорого-богато, но с душой. Все красиво, изысканно, стильно. Во всем чувствуется вкус. И мне это очень нравится. Ура, мы смотрим шоу! Ура! Так здорово, просто невероятно. Я прям плачу, стою и плачу просто от этой красоты, от того, что у нас есть возможность это посмотреть, от того, что мы живем в такое время, когда есть самолеты, когда достаточно, в принципе, твоего большого желания, и ты можешь все это увидеть. И я рада, что человечество так далеко шагнуло, что мы живем в таком красивом мире. В общем, когда смотришь такое шоу, только самые лучшие мысли лезут в голову. Еду несли минут 40. Очень долго. Очень. Я подумала, что про нас забыли. Уж напомнила и сразу принесли. Как так? А если бы не напомнили? Не думаю. А если бы не напомнили, не принесли бы? Не знаю, принесли бы. И я заказала лимонад мятный.
А Саша заказал себе мохито безалкогольный. Алкоголя здесь нет. С маракуйей. Кстати, очень вкусный. Давай чокнемся за наш чудесный отдых в Дубае. У нас сегодня последний вечер, поэтому мы так красиво его провожаем, отмечаем, вспоминаем нашу поездку и приходим к выводу, что мало. Мало времени. Хочется приехать, пожить месяц, чтобы неспешно, с чувством, с толком, с расстановкой, везде гулять, смотреть и наслаждаться. Да. Так, попробуем. В Дубае можно просто месяцами находиться, все смотреть. Какой вкусный. Да? Очень вкусный. Обалденный. Мятный. Да. Много мята, она такая холодненькая, приятненькая. Мы попробуем. Мелкий лед. И очень вкусный, в меру сладкий, бомба. 27 дирхам стоит. Обалденно вкусный тоже. Здесь настоящая маракуйя. Прямо я вижу, ее порезали. Не какие-то добавки, а вот реально крутые коктейли. А мы, кстати, вот хлеб не заказывали, но мне кажется, это нам как комплимент за ожидание принесли. Ну, может быть. Потому что мы не заказывали паштет. Но я рада, что его принесли. Масло. Так надо решать проблемы. Аперитивчик. Аперитивчик. Знаешь, я смотрела одного бизнес-тренера. Он говорит, если вы опаздываете, никогда не извиняйтесь. Скажите, спасибо, что меня подождали. Сколько стоит ваше потраченное время? Кто-то скажет, ой, да ладно, ничего не нужно, но им будет приятно. Кто-то скажет $100, кто-то скажет 150. Я достаю из кармана 100-150 долларов, даю им. Говорит, во-первых, меня сразу запоминают. Во-вторых, люди удивлены, им приятно. В-третьих, они снова хотят меня позвать. В-четвертых, они снова будут рады, если я опоздаю. Они хотят, чтобы я опоздал. И это беспроигрышный вариант. Если вам надо на кого-то провести такое впечатление, и вы опоздали, вот красивый способ выйти из ситуации. А в ресторанах, если долго не несли еду, принесите бесплатно что-нибудь вкусное. И в следующий раз я приду и буду хотеть, чтобы вы задержались, чтобы вы мне еще что-нибудь принесли. Я такая голодная, что мне все вкусно. Нам однажды за ожидание где-то принесли бутылку вина. Ну, это вообще, я опять туда хочу. Я никогда не ела такой вкусный хлеб. Он горячий, только что из печи, как будто. Он по вкусу напоминает кекс. А, он с изюмом, вот почему, он такой сладковатый. Знаете, есть такие у нас булочки, я не знаю, есть у вас, нет, любительская, с изюмом, вот очень похоже. И с маслом просто сказка, совершенство. Так, пробую салат. Саша попробовал, сказал, это оливье. Слушай, это реально оливье. По вкусу как оливье, только оливье с крабом. Нет, это салат с крабовых палочек, вот как у нас, только он с огурцами. И как будто это оливье. Mm-hmm. Это крабовое оливье. Очень вкусно. А, это дыня. Это не огурец, это дыня. Наш крабовый салат с дыней сладенькой. Очень вкусно. Неожиданно, но вкусно. Я думала, брать, не брать, что-то рискованно. Но мне очень нравится. Принесли бургеры, которые мы так долго ждали. Надеюсь, они стоят того. Подаются они с картофелем фри. Можно было выбрать потато. Мне так нравится вот этот потато, сладкий картофель. Но его не было, закончился. Ну ничего, пойди фри. Чтобы еще поесть 11:30 ночи. Бургеры и картошку. Класс. Какая большая котлетина, от нее прям все вытекает. Вот, вот такой должен быть бургер. Вот слушайте, те, кто дает нам маленькую котлетку. Мясо, сразу говорю, вкусное. Булка хорошая. Саша вообще бургерный эксперт. Он любит различные бургеры в разных странах, поэтому я доверяю его мнению. Шикарное мясо. Он нам посоветовал, что взять, какую прожарку выбрать. Такой хороший официант вообще. Единственное, когда бургеры ешь, пачкаешься. Поэтому надо не видео снимать, а просто вот так, как Зоидберг. О, я вот прям все, я тоже начинаю есть, потому что очень просто аппетитно ты его ешь. И прям у башни. А шоу фонтана все закончилось, больше не будет, до 11 было. Жалкая попытка компенсировать бургер. Мы заказали брокколи на пару. Сашка, ты думаешь, тебя это спасет? Да. Да. Это лучше, чем без зелени. Ну все, ребят, мы поели, объелись просто до отвала. Зря два бургера заказали, они были огромные. И съесть вдвоем их было очень тяжело. Там даже хлеб не доели. В общем, мы поели, все было очень вкусно. Единственное, долго ждали, пока нам принесут бургеры.
Ну, ничего страшного. Все вышло на 246 дирхам. Ну, для такого места здесь везде такие цены. Так что, если захотите красиво посидеть, примерно рассчитывайте на 5-7 тысяч рублей. Не хочется, конечно, уезжать домой. Не потому, что дома плохо, а потому, что здесь еще не все изведано. Не все попробовали. Столько здесь развлечений на любой вкус. Мы, честно, не ожидали, что нам так понравится Дубай. Если бы мы знали, что здесь, возможно, мы бы приехали сюда раньше. И мы прекрасно отдохнули, я считаю. Посмотрели много чего интересного. А главное, все это было душевно. Для меня очень важно, чтобы было не только красиво, интересно, но и душевно, чтобы осталось приятное послевкусие и захотелось возвращаться. И Дубай — это как раз тот город, в который хочется возвращаться. Если вы здесь пока не были, то обязательно приезжайте. Кто бы там что ни говорил про Дубай, вы должны его увидеть своими глазами, почувствовать его своей душой. И, быть может, вы услышите отклик в своем сердце, как услышали мы. Этот отдых навсегда останется в нашей памяти, и я благодарна Саше за то, что он согласился, за все, что он сделал для нас, все забронировал, все читал, изучал, что все прошло, я считаю, идеально, и за то, что ты за все заплатил. Потому что, к сожалению, живем в таком мире, где бесплатно только сыр в мышеловке. Спасибо тебе. Я очень надеюсь, что тебе тоже понравилось. Очень. Я знаю, что тебе понравилось. И я хочу, чтобы таких душевных, классных приключений, путешествий у нас было как можно больше. Я тоже. Мне понравилось. Спасибо, что составим компанию. И всегда была в хорошем настроении. И я рад, что мы классно отдохнули. Так что, ребята, обязательно приезжайте, отдыхайте. Мы вам показываем, как здесь можно отдыхать. Думаю, нужно ходить в хорошие места и красиво отдыхать. Тогда останется приятное послевкусие после отдыха, потому что если на всем ужиматься, на всем экономить, то отдых будет уже не такой интересный. Но, конечно, главное иметь возможность вот так отдыхать. Когда она есть, тогда здесь можно хорошо отдохнуть. А брать кредит на это не имеет смысла. Да. Это классно только когда ты можешь себе это позволить. Отдых не должен быть в тягость. Вы не должны потом за него отрабатывать. Вы должны на отдыхе отдыхать. Да, поэтому не рекомендую брать кредиты или отдыхать в долг. Если есть возможность, то приезжайте, отдыхайте, тратьте деньги. Если нет, то пока, Дубай. Если, да, нет. Если пока нет, то Дубай, конечно, очень дорогой. Для большинства, если хорошо отдыхать, то так прям вот с размахом, да, по ресторанам даже ходить. Даже 10 дней влетят в копейку. Да, причем очень хорошую копейку. И нужно очень хорошо просчитать, стоит ли тратить столько денег на Дубай, потому что Дубай — это курорт очень такой люксовый, и здесь нужно много денег. Ну, сами видите, 5-7 тысяч у нас всегда счет выходит посидеть в ресторане. Мы почему сюда раньше не приезжали? Мы знали, что здесь дорого, и мы пока не могли себе позволить тот Дубай, который хотели посмотреть. Да. Саша и сказал, пока я не буду готов к Дубаю, я туда не поеду. И когда мы сделали ремонт, заработали денег, стали популярными, мы себе это позволили и с легким сердцем отдыхали и кайфовали. И это классно. И я считаю, это правильно. Если бы поехали раньше, мы бы не увидели такой Дубай. У нас не осталось бы классного послевкусия. А вот эти ожидания, годы ожидания, там, мы работали, мы знали, к чему мы идем. Всегда говорили, о, шиканем в Дубае, круто будем отдыхать, давай работать. Это мотивирует работать. Поэтому лучше работать и ждать чего-то классного, чем соглашаться на меньшее и в итоге разочароваться. Спасибо, что нас поддерживали, писали в комментариях, какие классные места нам посетить. Смотрели наши сторис, у нас рекордные просмотры сторис вот в это время из Дубая. Было очень приятно все для вас снимать, делиться, показывать. Спасибо прям от души. Если выпуск вам понравился, то знаете, что нужно делать? Поддержите нас лайком, для нас это очень важно и очень приятно, когда вы ставите лайки и пишете хорошие комментарии. Это каждый раз дарит нам огромную радость и мотивацию снимать дальше. Каждое доброе слово, оно окрыляет. Если у вас есть какие-то еще интересные места в Дубае, которые мы не посетили, обязательно напишите в комментариях. Напишите, куда бы вы хотели, чтобы мы еще съездили, где еще не были. А мы постараемся это осуществить. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.